Сегодня в ходе заседания государственное обвинение продолжило представлять свои доказательства. Сегодня мы исследовали данные с цифровых дисков, изъятых во время обыска у Асанова, у Салиева, вот, а также данные с цифровых других носителей. Большинство, подавляющее большинство доказательств, которые были озвучены прокурором и представлены, собственно, к обвинению, не имеют никакого отношения от слова совсем. К сожалению, защита и даже суд каким-то образом не могут повлиять на представителя государственного обвинения, потому что это его право представлять доказательства. И, условно говоря, он может зачитывать хоть сказку про Колобка. Тем не менее, хочу обратить внимание на то, что суд попытался все-таки не сделать замечание, а сказать государственному обвинителю, что, попросить государственного обвинителя о том, что он исследовал доказательства, приближенные к обвинению. Во время судебного процесса сегодняшнего демонстрировали видео там 200-летней давности, когда французские или итальянские колонизаторы на территории Марокко, Алжира и других африканских стран, которые раньше находились под, так скажем, ну, они были колониями этих государств, где демонстрировали расстрел мирных граждан Алжира и вот этих вот жителей. Вот такое впечатление, что прокурор не демонстрировал какие-то доказательства вины наших подзащитных, а лишь для какого-то вот, ну, может быть, для личного интереса, или ему это интересно в судебном процессе почему-то демонстрировать какие-то исторические факты. Из такого большого объема материалов, которые коробки, он вычисляет лишь только те документы, где написано слово «джихад», где что-либо говорится там об оружии, и все. Никоим образом он не упоминает, что это событие, это конференция, либо какое-то там мероприятие проходило еще в далеком 2005 году, в украинский период. Все это он пытается смешать и по итогу показать, что действительно ребята являются какими-то злостными преступниками. Также хочу добавить, некоторые материалы он сегодня огласил уже повторно на замечание одного из подсудимых, все подреагировал, присел. Также он зачитывал документы на украинском языке, хотя это нужно суду, они как раз манипулируют, что производство ведется на русском языке. Мы на это возражали, да. Пока этот вопрос как бы отложен, и суд предложил прокурору представить перевод.